Так, с вами Марина Морлок, и это Петергоф. Видимо, впереди самый крутой парк, потому что мне пришлось купить билет Петергоф. И билет стоил, короче говоря, 750 рублей для взрослых граждан. В общем, ну 750 рублей, это такой недешевый, собственно, билетик. И я так думаю, должно быть зрелище. Зрелище однозначно должно быть. Но вот тут вот такая вот, все такое золотое. Короче, тут другая сторона Версаля, пост охраны. Ну и тут вот прям... прямо супер фонтаны. Прямо самый прям Версаль. Версальский Версаль. Ну и вот, собственно, главные золотые фонтаны еще у нас будут впереди. С вами Марина Морлок. Честно сказать, мне уже не очень хотелось идти, но я думаю, раз уже я приехала, мне жаба душит, конечно, 750 рублей, но ладно. Зато я посмотрю на фонтаны. Но фонтаны красивые, кстати, я вот вижу вот такой вот, такая вот стрела передо мной. Красивый фонтан. Посмотрим, что дальше. Так, ну тут, конечно, дофига народу. И золотые статуи, и фонтаны. Это вам не какой-то там фонтан 4 коня. Это прям настоящая аквадискотека. Только без музыки. Это выглядит вот так. Теперь сверху. Вот такая красота. Далеко. Да. В общем, народу тут не просто много, народу тут очень много. Если вы заскучали вдруг, знаете, такая по Манежной площади или по ВВЦ, то вот, собственно, вот оно, и все фотографируют вот эти вот великолепные фонтаны. Великолепные фонтаны. Люди очень радуются, когда делают это, то есть фотографируются на фоне великолепия. Великолепия и толпы народа. То есть это называется, если вы вдруг заскучали по Москве, по центру Москвы, то вот это, в принципе, место, оно воссоздало центр Москвы. Вот. И, собственно, изобилие народу мне тут напоминает, вот как чайки селятся там на скалах. Вот как-то так. Петергоф, музей-заповедник. А вот эта вот огромная толпа давится, чтобы попасть в сам музей. Вот, вовнутрь пройти. В общем, честно сказать, жесть просто. Просто шопа. Золотая шопа. Вот так вот это выглядит. Золотые шопы. Кстати, вот сюда вот в самый центр пройти нельзя, где шахматный пол. Я так понимаю, это все огорожено. То есть можно только со стороны наблюдать издалека. Надо Тиграну позвонить. Все это. Здесь, значит, можно зайти на фонтан. Мама, то есть на эту площадь нельзя пройти. Во всех дворцах. В общем, такой вот дворец. И вход сюда 750 рублей безо всяких экскурсий, просто за то, чтобы тут потусить. Вот. Но людям очень нравится. Вот. Я вот смотрю, люди фотографируют, то есть людям очень нравится вот это все. Вот. Так что, хотя я говорю, ну до Монрепо дольше ехать, там час лишним ехать от Питера, то есть это подальше будет. Но там намного прикольнее, но людям нравится. Нравится. Как в фильме «Борат» нравится. Вот нравится вот это. В
Вот это золотое великолепие. Вот, золотое великолепие. Сейчас и я снимусь на фоне злата. Золотых фонтанов. Я, кстати, заметила, у них даже монетки никто не пускает. Видимо, потому что если тут начали... Если бы начали кидать сюда монетки, то тут бы просто были бы россыпи рублей и другой валюты. Вот. Так что людям нравится. И это самое главное. То есть люди готовы платить. И я тоже, кстати, их заплатила за это 750 рублей, чтобы посмотреть на дворец. И дворцовые фонтаны. Ну, в общем, я теперь все, я понимаю, как формировался вкус у Владимира Владимировича. И почему он решил построить именно такой дворец, который мы видели на канале Навальный. Я думаю, вкус сформировался вот здесь, сформировался вкус главы государства. Вкус главы государства формировался тут. Нравится. Как в фильме «Барашка». Нравится. Нравится.